Привет, это канал Взлет. Меня зовут Ольга. И вы меня поразили. Неужели рубрика «Мой заказ» настолько вам интересна? Почти 800 лайков вы оставили под предыдущим видео о моем заказе из каталога номер 4. Я не ожидала, что это видео и эта рубрика настолько будет вам нужна, важна и популярна. Я не могу не откликнуться, и поэтому снова снимаю свой заказ по каталогу номер 5. И подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы смотреть мои заказы и новинки компании Oriflame в сторис прямо со съемок. Поехали! Мне всегда кажется, что я недостаточно много заказываю для того, чтобы делиться с вами своими заказами. Но вот выложив все это на стол, я подумала, что да, заказ мой получился довольно объемным. И хочу начать я с солнцезащитных очков, потому что я вам их не показывала в предыдущих обзорах. Я их сама не видела и поэтому заказала их на свой страх и риск. Почему? Потому что вот это... пудровая оправа, это тот цвет, от которого я просто кайфую этой весной. Я уж не знаю, действительно ли он настолько трендовый, у меня уже есть одежда таких оттенков. И, конечно же, я не смогла пройти мимо очков. Да, вы понимаете, что если у меня одежда вот таких оттенков, то я хочу иметь и такой аксессуар. А здесь все стандартно, очень милый мешочек. Кстати, мешочек более такой розовый, чем очки. Очки более пудровые, бежево-розовые. Есть салфеточка для протирки, да. Даже вот такую положили мне открыточку, не знаю, зачем она нужна. Но вот сами очки мне понравились. А у них тонкая оправа, соответственно, они не будут тяжеловесно на лице, несмотря на то, что очки довольно-таки крупные. При этом у них более светлая нижняя часть, то есть такой переход цвета от темного к светлому, что мне тоже нравится. И, видите, тонкие дужки. Единственное, вот не очень мне нравится вот эта под золото вставка, но, в принципе, я могу простить, если очки мне пойдут. И вот... так эти очки смотрятся на лице. Мне нравятся все очки компании Oriflame, потому что они дают защиту глаз от ультрафиолета. Полную защиту гарантируют. Вот такой образ. Идет ли он мне? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, потому что мне эти очки нравятся. Вот так они смотрятся непосредственно на голове. Но я их буду отправлять на замену, потому что называется, сама себе, наверное, накаркала, да, как это правильно в народе говорится. То есть я их когда кладу, и вот именно эти очки, они у меня немного кривые. Соответственно, когда я их примеряю, то вот я тоже ощущаю, что они у меня вот, ну, немного кривоваты. А я не люблю ощущение дискомфорта. Я думаю, что вы знаете, что в компании Oriflame можно сдать любой продукт, если он в товарном виде. То есть я все это сейчас упаковываю назад, закрываю, кладу в мешочек и сдаю обратно в Oriflame. И заказываю себе на замену точно такие же очки. А пока мне будет идти замена, пока будет этот возврат происходить, я буду читать ваши комментарии, стоит ли мне вообще заказывать эту замену. Ну, мне эти очки приятные, опять же, из-за того, что они довольно изящные и любимые цвета. Форма может быть немного великовата, но в целом я довольна ими. Я заказала себе серьги, как я вам и говорила. Видео об этих серьгах, помните, я снимала отдельное видео на нашем канале. Ой, тут у меня другие серьги. И все бы ничего, даже вот как я и говорила в том видео, я могу простить вот это вот довольно грубоватое крепление вот цепочек к площадке. Но сами цепочки и на одной сережке, и на другой сделаны, ну, вот с таким браком, знаете, когда она неровная висит, цепочка, а колечки у нее, звенья немножко перекручены. И мне это тоже некомфортно и не нравится, и я тоже буду отправлять на замену. Обратите внимание, не на сдачу, то есть я не отказываюсь от этого продукта, я всего лишь хочу заменить, чтобы мне пришел такой же продукт, он мне очень нравится, я хочу ходить в этих серьгах, и мне нравится и с распущенными волосами, и с заколотыми. Кстати, спасибо большое за все ваши комплименты под видео с серьгами, но мне не нравится вот этот небольшой брак, и я хочу их тоже заменить. Сумка. Кто ждал вместе со мной, когда же я наконец-то решусь и закажу эту сумку, пишите в комментариях, потому что я вам уже очень давно обещала, что да, я на нее смотрю, да, я о ней думаю. И вот
свершилось. Вот только при вас распаковала, еще ничего не смотрела. Так получилось, что у меня появилась юбка бежево-розовая, вот такая вот, как очки. И плюс я смотрела мастер-класс Романа Белоснежного. Вы у меня давно просили, чтобы я выкладывала на канале запись прямого эфира. Вот видео с мастер-класса Романа Белоснежного есть на нашем канале. Плюс я немного его подмонтировала и наложила слайды, чтобы вам было лучше видно. Поэтому, если вы еще ее не видели, обязательно сходите, посмотрите. Вот Роман так рассказал про эту сумку, плюс вот эта юбка, которая у меня появилась, вот этого оттенка, что этот вот аксессуар, он должен был прийти в мой гардероб. Он, знаете, что сказал? Что вот эта сумка, она носится не как деловая, а вот как будто так вот, между прочим, небрежно вот вы ее носите. И вот эта фраза, она была для меня ключевой, потому что я не хотела эту сумку как деловую, а как повседневную, что да, я вот такая каждый день хожу с лаковыми сумками, в принципе, для меня это в порядке вещей. Да, вот это прям попало мне прям вот в цель фраза, и эта сумка, видите, появилась в моем заказе. Все свои впечатления о ней, все свои эмоции о ней я уже рассказывала в видео об этой лаковой коллекции, поэтому пройдите по ссылочке, я оставлю вам ее под видео, либо просто найдите по поиску и посмотрите. Поэтому внутри там показывать эту сумку я сейчас вам не буду. И также я показывала аксессуары по акции лояльности. Видите, вот такой мешочек красивым приходит. Вот такой клатч. Знаете, тоже довольно-таки приличный. Ну, он простой. Но мне нравится, что у него есть большое отделение, и мне нравится, что он довольно объемный. То есть, в принципе, сюда и бутылка воды войдет, небольшая, не очень объемная. Сюда войдет большой кошелек, телефон, и даже какие-то мини-покупки, и даже планшет и ежедневник. Вот такой вот неплохой клатч за 199 рублей приходит по программе лояльности тем, кто делает активно заказы в компании Oriflame. Мне кажется, что цена смешная, в любом случае, либо самой ходить, либо на подарок будет прекрасно. Ну, любая подруга, любая коллега порадуется от вас такому подарку. Очень много в сети ходит замечаний на тему криво шито, не криво шито. Вот давайте посмотрим с вами. В принципе, вот здесь вот вы видите, что все прекрасно. А вот здесь немного совсем торчит какая-то подкладочная ткань торчит. Но это вообще вот несущественно. То есть это не сильно, это бежево, не броско, не так уж и криво, все строчки прямые. И в целом клатч шит достойно. Для акционного продукта, который, знаете, могли бы отшить так на отстань, его сделали довольно качественным. Что я купила в каталоге номер 5 из продуктов декоративной косметики? Я купила ту самую помаду «Розовый бархат». Долго я думала, хотела прям заказать несколько штук. От нюда все-таки отказалась. Спасибо вам большое за ваши комментарии, рекомендации к видео со сводчами. Но между красными я так и не смогла выбрать. И опять же, я себе сказала: Оля, остановись, у тебя уже 18 красных помад. Давай эта помада пройдет мимо тебя. Но розовых у меня помад очень мало. И поэтому я сказала сама себе: а пусть будет новой текстуры, у меня помада розовая. Тем более я в ней уже сняла целых несколько видео, и мне было в ней очень комфортно. И вот теперь я вот в этой помаде, я ее уже накрасилась и собираюсь краситься всю весну. Да, вот я решила попробовать в своем образе розовый цвет. Я предполагаю, что это ненадолго, но почему бы иногда не сменить себе немного настроение. Также, как я вам и обещала, кстати, розовая помада, если кто не понял, она у меня сейчас на губах, вот эта, про которую я рассказываю, я заказала себе два консилера. Один консилер для более яркого макияжа, например, как я сегодня снимаюсь. Это на шестерку, которая заканчивается. У меня, вы видите, более светлые вот эти места под глазами, то есть для более ярко выраженного макияжа. И один консилер естественный для повседневного макияжа, когда я иду в магазин, когда я с детьми гуляю, да, по каким-то своим делам хожу, чтобы вот это место под глазами, оно у меня сливалось с тоном кожи. Поэтому я взяла оба и уже пользуюсь вот этим шестым, как вы поняли, и в восторге от него. И также я взяла
спонжи. Взяла спонжи детям. Недавно совсем брала им спонжи такие фиолетовые. Может быть, и давно уже. Но, в общем, недавно посмотрела, они у них уже выглядят не очень хорошо. Поэтому я взяла им вот такие вот беленькие из The One, по-моему, серии. И себе взяла вот такой спонж. Общалась недавно с профессиональными визажистами. Те, кто подписан на мой Instagram, вы могли видеть у меня профессиональный макияж в моем Instagram Stories. Те, кто еще не подписан, ссылочка есть в инфобоксе, можете подписаться. В Stories я выкладываю свою повседневную жизнь, то интересное, что у меня происходит. И увидела такую фишку, которой я раньше никогда не пользовалась. Что они делают? Они просто мочат его водой, и в процессе, вот когда я нахожусь с макияжем, например, прошел час или два, то девушка, профессиональный визажист, она подходит и вот просто смоченным водой спонжем проходит по лицу и потом припудривает. Получается вообще свежий макияж. Мне так понравился этот эффект. Особенно, когда ты уставший. И знаете, я взяла себе этот спонж. Вы знаете прекрасно, кто давно смотрит мои видео, что я пользуюсь кистью для нанесения тональной основы. Кистью Giordani, такой плотной и набитой. И поэтому спонж вот этот не брала. Но я взяла его, этот спонж, для того, чтобы вот так вот водой освежать макияж, чтобы влажным спонжем проходить по лицу и выглядеть более свежим в течение дня. Мне очень понравился эффект, и я буду его теперь использовать в своей повседневной жизни. Что у меня здесь еще? Переходим к уходу. Уход за телом. Я взяла в двойном размере. Это гели для душа. Они со скидкой, если брать их парочкой. А сейчас вот при вас я открою один гель для душа, потому что я его тестировала в каталоге. Но я в восторге от этого аромата. Слушайте, он мне так нравится. И я поставлю его в ванную уже сегодня и уже буду купаться вот с таким свежефруктовым ароматом. По-моему, когда я снимала видео «Листаем каталог», я сравнивала этот аромат с палаткой с фруктами на берегу моря. Вот у меня сейчас абсолютно такие же ассоциации. Как хочется на море, как хочется лето. Кому хочется лето, пишите в комментариях, кто такой же, как и я. Любитель курортов, отдыха и моря. И очень хочу открыть мыло, потому что видела его только в сети. Но оно просто очень красивое. Смотрите, как капля воды. Слушайте, вот реально и дыня, и кокос одновременно. Поставьте на ускорение, я пока тут побалдею. Мне очень нравится аромат. Я мылом пользуюсь очень-очень мало. Но вот когда я увидела у кого-то на фото вот такую вот прозрачную красоту, еще представила, что оно будет пахнуть вот такой морской фруктовой палаткой, я купила себе два куска. Да, теперь у меня два мыла. Я не знаю, сколько я их буду использовать, потому что в моем доме используются только жидкие мыла. И в туалете стоит на раковине, и в ванной комнате на раковине. А вот такое мыло, ну, тоже положу. Думаю, я его буду использовать. Потом поделюсь когда-нибудь, если не забуду, с вами, насколько быстро оно закончится. Потому что я думаю, что от него будут в восторге все члены моей семьи. И оно должно закончиться довольно быстро. Также на последней странице каталога есть зубные пасты по 99 рублей. Мне очень нравятся наши зубные пасты. Я не буду сейчас вам рассказывать, чем они отличаются. Если честно, я сама в это не сильно вникаю. Я просто достаю ту зубную пасту, которая у меня есть, и ставлю ее, и вся семья ею пользуется. И вот эти пасты, они у нас постоянно дома в обиходе. Я заказала 6 штук. Как у меня муж всегда спрашивает, там что, по 2 дешевле? Нет, по 2 не дешевле. Просто мне захотелось пополнить запас зубных паст. Больше всех мне нравится зубная паста, кажется, вот это. Вот сейчас вам точно отвечу. Давайте с вами посмотрим. Мне нравится зубная паста, у которой гелевая основа. Это у меня 31-132 зубная паста. Вот, я правильно сказала, экстремальная свежесть. У нее вот такой вот гелевый состав, видите, гелевая текстура, и почему-то мне такими зубными пастами пользоваться приятнее всего. Давайте же посмотрим, в чем отличие. Давайте я вам покажу уже все. Это 31-123, это тотальная защита.
Я их сейчас сразу поставлю в ванну, поэтому я их вскрываю. На самом деле у зубной пасты срок годности год с момента вскрытия. Но у меня точно год не проживет скрыта зубная паста. Здесь такая бело-голубая, вы видите, ну стандартная кремовая текстура. Вот текстура зубной пасты. Вот это прям пахнет так сильно. Мятная, Fresh Mint. И вот эта паста, это кристальная белизна 31-131. Эта паста у нас будет, конечно же, белая. Раз паста про белизну, значит, она белая. Также пришло время обновить гели для лица мои и моих дочек. Дочки мои пользуются вот такими гелями. Pew Skin – это отличное умывание для подростковой кожи. Чтобы не было различных воспалений, нужно умываться утром и вечером. Это гель-скраб. Они их чередуют. Гель-скрабом они пользуются где-то 2-3 раза в неделю, а простым гелем каждый день. Один вот уже утащили. Их тоже по акции. Если два берешь, то они получаются дешевле. А себе я снова докупила вот такие гели. Ими я умываюсь по вечерам. Один я уже сейчас выдавлю в тюбик из-под Optimals. Я его не выбрасываю. Есть такой тюбик от старой серии Optimals, где вы нажимаете сверху на носик, и он капает из носика. Либо я выдавлю, у меня есть еще тюбик от серии No Age, тоже белый такой большой с носиком. Мне так умываться удобнее, поэтому вот из таких тюбиков я не умываюсь. Я сразу переливаю либо в тот, либо в другой. Ну, один, вы поняли, да, я поставлю на хранение пока. Но этими гелями я умываюсь вечером, когда мне нужно смыть макияж, а утром я умываюсь молочком. У меня нет макияжа, я встаю и я делаю массаж по японской там какой-то системе, но мне этот массаж очень нравится. Он убирает отечность, и лицо, знаете, после него сразу просыпается. И спасибо девочке, кто мне дал рекомендацию пользоваться молочком. Я жаловалась постоянно, кто смотрит видео, что у меня чувствительная кожа, краснота появляется, шелушение, и мне предложили: Оля, в комментариях, может быть, вам попробовать и поменять молочко. Но я с молочком все время чувствовала себя недостаточно умытой. Но я подумала, а если я молочко поставлю себе на утро, и утром после подъема я буду с молочком с этим делать массаж. И чудо случилось, моя краснота ушла, шелушения ушли. Поэтому, девочки, большое спасибо вам за рекомендации. По поводу японского массажа. Вы просили меня снять видео, я пока не нахожу в себе достаточно такой экспертности, да, вот массаж делать надо вот так, но в своем инстаграм я писала все вот выводы, которые я сделала о японском массаже. Этот пост очень легко найти. Заходите в мой инстаграм и видите такую оранжевую фотографию, там прям написано что-то там о японском массаже. И сам массаж вы можете найти на просторах YouTube. И поэтому вот такую антивозрастную серию я взяла. Это молочко, тоник. Она сейчас просто с мега скидками. Я поэтому взяла всю серию. Это сыворотка, также дневной и ночной крем и крем для век. То есть вот такая вот уходовая косметика куплена у меня в этом каталоге. Серия Optimals Age Revive, которая борется с признаками старения. Я доверяю компании Oriflame и хочу сейчас поставить себе вот этот уход, тем более он идет по такой хорошей цене в каталоге номер 5. И переходим к серии Wellness. Wellness я в этом каталоге взяла, ну не то чтобы много, но достаточно. Я постоянно беру что-то, то одно, то другое. А в этом каталоге я взяла малышке моей вот такую Омегу. Она у нас пьет ее с 6 месяцев. Мне хочется, чтобы ей было легко развиваться, чтобы она лучше схватывала, чтобы у нее, ну, именно шло лучшее развитие. Поэтому я беру ей омегу-3. Я уверена в качестве продукта Oriflame. И я заказываю этот продукт по подписке. И, соответственно, каждая четвертая баночка мне выходит бесплатно. Также по подписке у меня идет ванильный коктейль. Я его очень люблю и заказываю
уже много лет. И вот сегодня только с утра я увидела, что мне осталось коктейли на одну порцию. Я хотела с утра выпить коктейль на завтрак. И смотрю, что его уже не осталось. И вспомнила, что ура, сегодня же придет мой заказ и снова придет мой любимый ванильный коктейль. А муж мой в этом каталожном периоде заказал себе Wellness Life Plus. То есть вы можете оформить не просто продукт Wellness, а можете оформить целый вот такой набор. Это очень удобно. Ну, во-первых, красиво. Он приходит вот в такой красивой коробочке. А здесь Life Plus у нас мужской. Ну, вы поняли, что муж заказал. И здесь лежит коктейль клубничный. У меня муж тоже любит ванильный, но сказал, клубничный выпью. То есть он ему тоже нравится с таким фруктовым вкусом. Кстати, если вы делаете какой-то соус, либо какие-то рецепты, и добавляете туда вот белковый протеиновый коктейль, то лучше добавлять клубничный. Он придает такой фруктовый аромат соусам. Получается очень вкусно. Также для мужа Wellness Pack и шейкер приходит вот в этой коробочке. И чем мне нравится Life Plus, здесь приходит... Сейчас закрою я все это дело и вам покажу. Приходит дневник питания на 12 недель. То есть вы оформляете подписку Wellness на 4 каталожных периода. Четвертый вот такой набор приходит вам тоже бесплатно. Вот такой дневник вам приходит, где вы можете себя замерять, где есть для вас рецепты, рекомендации по питанию, где вы можете 12 недель вместе с этим набором контролировать свои успехи, отслеживать. И вот такая вот палочка-выручалочка, это дневник для всех, кто хочет снижать вес. Вот я хочу снижать вес, я сейчас активно этим занимаюсь, и вас тоже призываю, если у вас есть лишний вес, девчонки, я склонна к лишнему весу, я люблю сладкое, но мне реально wellness продукты помогают держать себя в руках, держать себя в тонусе. Ну, естественно, у меня есть еще некоторая своя мотивация для того, чтобы приводить себя в форму. Пишите мне в комментариях под этим видео, пишите в комментариях в Instagram, и вместе с вами мы будем двигаться к нашей здоровой и стройной фигуре. Также в этом заказе мне пришли различные брошюры компании Oriflame, пришел новый каталог, каталог номер 6. И, кстати, хотела вам сказать, что теперь видео «Листаем каталог» будет выходить вместе с началом каталога, потому что компания Oriflame сказала мне, ай-яй-яй, оказывается, так делать было нельзя. На меня пожаловались какие-то лидеры, не знаю, если это вы, кто на меня пожаловались, то, конечно, странно это. Но не в этом суть. Суть в том, что не пишите мне и не ждите, где же видео «Листаем каталог». Мне сказали, что я могу его теперь выкладывать только тогда, когда все получают каталоги. То есть видео «Листаем каталог» номер 7 выйдет с первым днем каталога номер 6. Мне жаль, но я ничего не могу с этим поделать. Я надеюсь, вы меня поймете, вы примете это во внимание, и мы будем продолжать с вами общаться в комментариях под нашими видео. Вот такой был мой заказ по каталогу номер 5. Что заказали себе вы? Делитесь в комментариях, что было вам интересно и вообще было ли вам интересно. Я буду ждать ваши отзывы под этим видео. Подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока!